Итак, дорогие мои, сегодня 25 марта, вот, у всех у вас и у меня тоже идет карантин, и что мы, чем мы должны питаться во время карантина? Во время карантина, естественно, надо питательно, вкусно питаться. Вот сегодня у меня на обед плов туркменский с говядиной, вот, баклажаны, жареные, тушеные помидорами, помидорки розовые, вот, на чай у меня пончики собственного изготовления, фруктики, чаек такой хороший, вот такой вот зелененький. И вот такие вот питательно, вкусно надо соблюдать режим, понимаете? Вот, и тогда нам ничего не страшно, вот. Ни о чем так, не переживайте, сидите дома, питайтесь хорошо, мойте руки. Главное, вкусно и натурально питаться. Вот. Долой фастфуд, мастфуд, я их никогда не любил. Самое лучшее, это натуральная пища. Вот. Так что, все сейчас наше в руках, вот смотрите, как я их потушил хорошо. Вот. Отлично получилось. Всем приятного аппетита. И мне тоже. И желаю вам скорейшего выхода из этой вот нашей ситуации, чтобы мы все опять начали общаться, дружить, вот, ходить, ездить, чтобы у нас все было хорошо. Берегите себя, своих близких, своих стариков, своих детей. Всех берегите. Мы все на этой земле. Земля – это маленький шарик, в котором мы все живем. Мы все дети Земли, и мы все братья и сестры. Мы, наконец-то, это должны понять. Вот. Понимаете, мы как подводные лодки. Или мы побеждаем, или мы погибаем все. Вот. Поэтому всех вам благ, хорошего дня, не скучайте. И во время карантина есть свои плюсы. Вот. Займитесь домашними делами, готовьте, вот. Ухаживайте за собой. Всех вам благ. Пока-пока, дорогие мои.